Мама, ваша ассоциация проводила встречи. Ты уже давно никуда не ходишь. Женщины постоянно звонят. Почему бы тебе не сменить обстановку? Но почему ты упрямишься? На этот раз ужин в очень хорошем месте. Я не в состоянии идти туда, Нермин. Мама, будто тебе придется идти туда пешком. Ехать полчаса. Заберут на машине у двери дома, а потом доставят обратно. Слушай, я приняла решение. Завтра сделаю в доме генеральную уборку. Ты будешь мне мешать, поэтому уедешь. Хорошо? Сделаешь уборку? А ты можешь вымести проблемы и горе из этого дома? Я поднимусь к себе в комнату. Где ты пропадаешь? Который день не появляешься? Если не можешь сам возить меня, то найди кого-нибудь. Сестра замучилась. Умоляй таксистов постоянно возить меня туда-обратно. Наймите мне водителя. Папина машина стоит без дела. Конечно, госпожа, конечно. Ешьте поменьше, я арендую вам самолет. Будет возить твои книги. Совсем сдурела. Те дни остались в прошлом. Я буду возить тебя. Вот и вози. Ильяс, дорогой, Ильяс, ну что толку, что ты сидишь здесь и напиваешься до белой горячки? Твоя жена возвращается? Тогда ступай и найди жену. Не сиди здесь вот так. Дай сюда. Ильяс, хватит уже, приди в себя. Это не ты. Ильяс, которого я знаю, ратует за здоровье и спорт. Ильяс, ты чемпион. Ты что, забыл? Скоро соревнования начнутся. Разве так можно себя вести? Можно? Люди меняются, сестренка. И тебе это лучше всех известно. Годами мы поднимали тебя с земли. Теперь ты нас поподнимай. Только тебе не удастся собрать Кемаля, потому что он умер. Благодаря тебе. Вы все у меня отняли. Ты отняла брата, Асия забрала моего сына, а из-за Сибель умер отец, потому что она хотела погулять и поразвлечься. Не учите меня жить. Пусть все женщины отстанут от меня. До сих пор спит, будто мы вчера не обсуждали это. Вы пользуетесь моей инвалидностью. Вы устали, потому что я не могу сама передвигаться. Пытаетесь запутать меня, но я не сдамся. И я поеду на занятия. Я возьму от этой жизни все, что можно. Я не сломаюсь. Ах, дочка. Это не дома настоящая психбольница. Пропускайте мои слова мимо ушей. Пропускайте мимо ушей. Сестра тоже куда-то ушла. А ты разгуливай, расфуфыренная. А что мне делать? Алло. Алло, Тахир, сынок. Илья снова напился и никак не проснется. Приходи, отвези на учебу Сибели. Я сейчас поеду навстречу, за мной заедут. Давай, сынок, прошу тебя. Нермин не в состоянии пререкаться с водителями, а это кричит и возмущается. Мама Фатма, тут дело не в проворот. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Хорошо, сейчас приду. Ильяс, хоть раз в жизни сделай что-нибудь путное. Что за депрессия? Никак не может взять себя в руки. Я отлучусь на полчаса. Отвезу Сибирь в университет. Не уходи, клиенты звонят, торопят нас. Не беда, я пришел помочь вам. Я сам отвезу Сибирь, не волнуйтесь. Только веди осторожно. Конечно, учту. До встречи. Скорее, скорее, за работу. Давайте.
Осторожно! О, Господи, не хватало после железнодорожной аварии попасть еще и в автомобильную. Тише, тише. Ты же сказала, что спешишь. Я спешу на учебу, а не на тот свет. Ты такая смешная девчонка. Лучше на себя посмотри. А что, я кажусь тебе смешным? Да. Один вид чего стоит. Вот те раз. А что в моем виде не так? Ты похож на персонаж из мультика. Но персонажи мультиков очень милые, правда? Они очаровательные. Почему ты такой оптимист? Твоя мама принимала антидепрессанты, когда кормила тебя? Нет, у папы тогда была депрессия. Он, как и ты, попал в аварию. Постоянно принимал лекарства. Отравлял другим жизнь, превращал ее в ад. Но если хочешь, я спрошу, что он пил. То, что он пил, ему очень помогало. Сейчас он в полном порядке.